Изготавливать коробки для транспортировки рыбы сегодня начали заключенные колонии на пирсах. Новое производство дало работу 15 осужденным. Некоторые из них северодвинцы. На первом рабочем дне в новом цехе и не только побывала и Анна Бибикова. Северодвинец Михаил Качарин отбывает срок в колонии на пирсах третий год. Впереди еще 6. Сначала здесь работал швеей, сегодня у него первый рабочий день на новом производстве. Я учусь в институте управления московском, то есть, ну, учебу какую-то часть. То есть здесь что-то купить в ларьке, ну, в принципе, иск оплатить, есть иск еще. Для нового производства коробок на пирсах отремонтировали цех, купили погрузчики, штампы. Все обошлось в 1 300 000 рублей. По примерным подсчетам доходов колонии он принесет 25 миллионов рублей в год. Новый цех обеспечит коробками для рыбы всех заключенных страны. Здесь предполагается производство 2 миллиона штук коробок. Из них где-то порядка 1 1,5 миллиона будут потребности наши обеспечиваться, и где-то 500 тысяч штук это пойдет на реализацию на страну. Пока новый цех дал работу лишь 15 осужденным. Всего в колонии на пирсах отбывают наказание 1117 человек. Из них работает только 400. Производство наше многопрофильное. Это металлообработка, выпуск мобильных зданий и одиночных зданий, мебельное производство, лесопиление, 3 цеха кабельных барабанов. Осужденные первой исправительной колонии изготавливают вагон-дома для сейсморазведки Нарьян-Мара. Для Северодвинской союз спецодежда шьют утепленные куртки. В швейном цехе Артем в сутки изготавливает по 10 костюмов. Мы шьем вот костюмы как раз для новых заключенных, которые сидятся в тюрьму за преступление. Работаем мы с 9, ну, и до 6, минус обед, минус ужин. То есть получается у нас 6 часов 40 минут рабочего времени в день. Все, что производит колония, можно увидеть в этой комнате. Африканские женщины, египетские кошки, кровати и парты. Есть и совсем уникальные сувениры. Например, эту подставку для бутылок придумали сами осужденные. Она вот так вот стоит. Вот она держится за счет равновесия. Да, физических сил. То есть вот это вот эксклюзив, это только здесь делается. Я думаю, что в России больше такого нигде не делают. В ближайшей перспективе у первой колонии изготавливают тару для яиц и отправки мяса. Анна Бибикова, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска, поселок Пирсы.